Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Как и восьмая миссия с тем же кораблем дисжокея, ну, инженером новой версии Ридли Скотта, игра вылетает при попытке сыграть в кооперативную игру. Ну, поэтому приходится играть ее соло. Давайте попробуем вместе сделать это. This is Raider 6-5. Once in the facility, I will supply geographical intel to all ground forces. Eyes up and identify all ground or air targets. Roger that, Raider! We move in quick and put down targets as fast as you can pull! Understood, Winter. Good hunting and save some for me. 6-5 out. This is Sulaco Actual. All ground units prepare for deployment. Here we go. Как они, правда, едут по такой не очень ровной местности на полных парах? Это для меня немножко странно. А вот. Эй-эй-эй. Так, я нашел только... один из трех тагов, но это не является целью. Кто там сильно хочет? Raider 6-5, there's another boat in the air. Looks like it's carrying the Queen, over. Understood, Winter. Moving to intercept. They have anti-air cannons all over. Be advised, Marines. That bitch is the only thing keeping them on the planet right now. Put her down if you can. We need that ship on the ground. Thanks for the help. Keep moving. Give them hell. Mm-hmm. Thanks for the help. Никто больше ничего не стрелял, только я. Так, что-то я уже выдохся. Actually, you seeing this? They're burning all the evidence. I see it, Winter. Worry about keeping that ship on the ground. Get to the Queen! Follow the lifters! Refocus fire on the ground troops, so Reed has a clear lane to bring him down! Actual, we're heading to the structure to get visual on the FTL! Сейчас будет веселуха. Good luck. Remember, do anything you can to keep that ship on the ground. Find the Queen. Вот такая вот. Правда, почему маска не проплавлена, хотя должна быть? Непонятно. Should we at least cut him out? We need to get them out. No, he's right. They're already dead. O'Neill, we did this. This was us. Well, if you find that deal keeps you up at night, everyone we watch. These were scientists. They didn't have anything to do with that. To shut the hell up. Только хоть что-то хорошо работает. Понятно. Чё, будет здесь где-нибудь? Док, так. Или нет?
какой-то другой чужак. Ну да, я, наверное, повторюсь, что говорил на сессии, где у нас ни хрена не получилось. Но, в общем-то, даже по сравнению с новым этим, как там ее, Alliance Fireteam Elite, в этой игре чувствуется какое-то старание. То есть команда, делавшая игру, она старалась ее сделать очень интересно, очень кинематографично, с какими-то интересными моментами для игрока. Но, видимо, не хватило мастерства. Потому что Gearbox коммунизировал всех ее специалистов для того, чтобы работать на Borderlands. И вместо помощи они получили хер да ни хера. Ну и собственно... This is Raider 6-5 with visual on the Queen. We are moving to engage. Mayday, mayday, we are taking a shitload of fire from those AA guns. We cannot move on the Queen. Repeat, we cannot move on the Queen. Somebody take out those guns. We need ground support now. Experiencing heavy Xeno activity in the facility. En route as fast as we can. Winter out. Так, соточка патронов осталось. Что-то прёшь, куда не надо. Во. Где-то на этом месте... нас выкидывало. Немножечко чуть дальше. Чем? Как? Что-то из разряда... совсем выкидывал. Забавно двигается. А, не все идеально в нашем царстве, государстве. Ага. Так, посмотрим. Так, аптечка. Это самое. Пошли за товарищем. Вот где-то здесь пахалось.
или до, или после этого. А, как там его? Не диск жокей, а Space Jockey, космического жокей. О, что это за внезапное? Так. Такое ощущение, что сейчас будет разговор с белыми братьями. Ну, в смысле, с вот этими белыми братьями. RPG, смотрите, да? Пойдем на RPG. А, вот он RPG. Так можно было ловить, правда? Кто ж мне запретит-то? Кто, где? Понятно. Тут закрыто, тут закрыто. Ничего нету, хорошо. Забавное. Как это интересно у меня так получилось. Давайте посмотрим. Вдруг здесь где-то есть лычки. Ну не лычки, а какие-то жетоны. Где там, а кто там, куда там? Просто к
крайне успешно боретесь. Что это за три плечихи? Что я могу, блин, делать? Ну, стреляю, ничего страшного. Как-то мало товарищей всяких. Есть чем? А то я не притащил. Интересно. Так сказать, упростим задачу. Немножко огня и понеслась. Так, расскажите мне, почему там горел огонь? Я вижу здесь какие-то эти самые, но я не вижу то, ради чего бы этот огонь горел бы. Ну, допустим, ладно. Так. Battle Rifle Mines. А у меня есть такие? Рейдер, мы не в range of the last gun yet. We're moving in closer. How you doing up there? Just peachy. Get that gun down. Отпали от моих друзей. Ну реально, тут постоянно кто-то шляется с ботами вокруг. Интересно. Пойдемте. Что это было там вообще? Ни хрена непонятно, но очень интересно. О, аптечка попала и исчезла. Где там? Какая хорошая винтовка. Человек 10 я уже завалил, судя по этому графику. Ух, как тяжело дышится-то. Угу. Пойдемте. Понятно. Но очень интересно.
снайперская животворящая делает-то? Сейчас попробуем найти, где же оно есть. Все это богатство. Непонятно пока что. Звуки есть. Может, где-то он там застрял. Фигня какая-то, ладно. Че нам сюда? Ну давай сюда. Big mistake. Big mistake. Зачем ты лезешь туда, где тебя видно? Кажется, что так лучше. Интересно. Типа ты где-то, 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 где-то. Сейчас. Ага. Вы куда-то пропали, кстати говоря. Я ничего не говорю, но тем не менее. Не было верных напарников у меня на стороне. Ауч! Кто? Где? Кто? Кто меня заплевал? Эй! Так. Зайка. Да. Что происходит? Mm-hmm.
Прикольно. Я тут немножечко ищу всякое. Ай. Блин, даже не успел перезарядиться. Фу. Что мне нужно дробовик. Ох, хренаськи. Так, быстрее давай. Я понял всю мою ошибку. Я не понял, почему чекпоинт не работал. Вначале вас не было, потом... Где вот это вот? Мне сказал, что офигенно, что-то видно. Ага. Смотри, мы за моей жопой, да? Я перезагружаюсь. Пойдемте. Ага, дайте мне где-нибудь сохраниться, товарищи. Вставай, давай. И ты тоже вставай. Хорошо, хорошо. А, бежу. Верное оружие космодесантника. Ну, точнее, колониального десантника. Что это такое? Survive the Queen. О, щит, 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 щит. Что надо сделать?
Я шел, нихер. Вот, извините. Ой, нет. Давай, Хикс, давай. Куда, куда, куда? Сюда? Сюда. Сюда, сюда, сюда. Это было отличное решение твоих проблем. Отвали, 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 отвали. Эх, как вы здесь, вот, блин, ну бот очень... Вообще ни хрена не помогает. Вообще ни хрена не помогает. При этом тебя забирают в каком-то месте. Блять, что это? Это же здорово. Я как будто прошел это. Ну ладно. Это... О! Смартган, это всегда интересно. Так он такой медленный. Как собака. Ну вот я уже полчаса играю, как бы. Где-то конец, да? Жетон, правда, не нашел, но на самом деле. Не то чтобы это было критически важно. Может быть, что-то там было. Ну, чекпоинт, конечно, офигенно построен. Ай-яй-яй. Блевуны, блевуны. Кто здесь? Отойди от меня. Вот у нас четверо. Честное слово. У меня есть такое глубокое ощущение, что если бы кто-то взял, переделал все эти карты в непосредственно что-нибудь, ну, под Left 4 Dead, скажем, то это было бы уже прикольно. То есть оно бы работало. Потому что они уже рассчитаны на то, что здесь будет 4 чувачка передвигаться. Ну все, дострелялся. Эй, кто? Хренаськи. Ладно, дайте мне мою винтовочку. А, вы сами уже все сделали? Ну, молодцы. Душевные ребята. Душевные. А я на мою классическую все-таки поставлю. Она хоть... Че мне тут... Есть возможность как-то... Господи, блин. Тут уже что-то с картой сделали не то, по-моему. Эксел, это Винтер. Ship...
We're too damn late. The FTL is in the air. Repeat, the FTL is in the air. Advise, over. Everyone on the dropship, now! А, прикольно. Да что ж такое так? Вот этот подъем очень плохо влияет на... Очень плохо влияет на... Как ты выжил? Если тут марины прошли. Да-да-да, сейчас. Дай глянуть. Это здесь лычка, интересно, нет. Есть, нет, есть, нет, есть, нет, есть, нет. Тут бы еще таймер такой. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И ты такой... что мне делать, где искать, где искать? А тут, походу, ничего нет тут. Честное слово, в некоторых местах кажется, что это продукт уровня АВП-2. А в некоторых вполне нормально. Ну вот, мы прошли. Inside to prevent a hull breach. What? That's the plan? We got no other options. We need to be inside before we breach ATMO. Reed, do it! Weapons hot! Two away! Brace for impact! Хреначки. Ну что, поздравляю вас, товарищи. Осталась одна миссия, ее вы найдете дальше, и, в общем-то, да, мы сделали все, что надо. Да, но на этом мы остановимся, потому что дальше мы проходили с моим камрадом. Спасибо за то, что были со мной, приходите еще раз, с вас лайки, шары, комменты. Подписки, если еще нет, и донаты, если есть желание поддержать меня длинным, так сказать, чем бы там ни было, какой валютой не пользуйтесь. И спасибо большое, что были со мной. Все, пока. Увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Скорее всего, другой уже.